и ударил его. И она очень грустная. Вот чтобы вы все так поступали. Это так мило. Хей, привет! Сегодня у меня новое видео на моем канале. Челлендж «Попробуй не заплакать». Это видео у меня уже было на канале. Там я реально очень сильно расстроилась. И еще грустно, я ходила реально полдня. И это было очень-очень грустно. Не знаю, как мама смотрела эти видео и искала их. Это очень-очень грустно. Сегодня мы с мамой немножко поменялись ролями. В прошлом моем ролике реакция мамы на лайк я подготавливала ролики, а в этом видео подготовила их мама. И они, естественно, будут очень трогательные. Сейчас на экране вы видите три сердечка, и когда я заплачу, одно сердечко будет пропадать. Если в конце видео будет 0 сердечек, то есть вообще их не будет на экране, то значит я проиграла. Но сегодня я, надеюсь, сдержу слезы и не зареву, как в прошлый раз. И надеюсь, что я выиграю. Выиграю. Со мной мои друзья, мопсик, киська и зайчик. Я их тут не случайно приготовила, они меня будут сегодня поддерживать. Да? Да. Ну что ж, начинаем смотреть грустное видео. Но для начала обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте этому видео лайкосик и поделитесь этим видео с друзьями. Для меня это очень важно. Люблю. Начинаем смотреть видосики. Собачка уже бежит несколько километров за этой машиной. Блин, там собачка бежит уже несколько километров за этой машиной. И реально, она только что сказала, то, что... Мне кажется, реально, то, что ее реально забыли хозяева. Блин, жалко. Бедная собачка. Ну реально, но есть же такие хозяева, которые переезжают в новый дом, оставляя своих животных в другом доме. Понимаете, это очень жалко. Вот даже... Собаки, они очень преданные животные, и они реально просто впиваются в душу. И когда их оставляют, они даже не понимают то, что их оставили. И ну реально жалко. Пожалуйста, не оставляйте своих животных, переезжая в другой дом, пожалуйста. Давайте смотреть уже другое видео. Итак, смотрим. Сейчас поехали видео, с мужем на озеро собак помыть. Одну так. И вторую. А под капотом обнаружили вот. Ой, малыш сидел на аккумуляторе. Проехали несколько метров. Остановились у магазина. Он мяу-мяу там. Вот ой, такой чудо-юдо. Ну что с тобой делать теперь? И он сидел на аккумуляторе. Зайга, что с ним будем делать? Под капотом, понимаете? Будем его любить, наверное, да? Не, ну он такой пушный, будем его любить. Конечно. Но все-таки я так рада за этого котенка, добрые люди. Вот чтобы вы все так поступали. Реально, они сказали любить. Все. Значит, они заберут его к себе домой. Это так мило. Бедненький. Ой, так это же этот же котенок. Ну какие же добрые люди. Значит, они его взяли реально и кормят. Мам, налей, пожалуйста, воды. Блин, они такие добрые, реально. Спасибо вам огромное. Вот от меня вот такое вот вам сердечко. Вот такое вот сердечко. Огромное-огромное. Вот такое вот огромное-огромное сердечко. Пожалуйста, все поступайте именно так же. Вот такие добрые. Так, ну что, следующее видео. И здесь мальчик. О, он не офигел. Это мальчик-сирота. И
К нему сначала подошел один человек, и мальчик попросил у него помощи, а тот просто проигнорировал и ударил его. А потом подошел другой человек и дал ему поесть. Да, к сожалению, есть на свете страны и города, где реально люди просто голодают. И у них нету просто ничего, чтобы просто элементарно покушать. Даже просто попить одной водички. Спасибо нашим родителям, то, что они о нас заботятся. У нас есть дом, у нас есть пища. И мы счастливые люди именно из-за них. Ну что, еще одно видео, и оно из Ютуба. Так, смотрим. Оно тоже про родителей. Карандаши и научил рисовать. Благодарность испортил все стены в доме. Когда тебе было 12, она с нетерпением ждала тебя домой, чтобы обнять. А ты, приходя, забиралась у себя в комнате. 25 потратила все свои сбережения на твою свадьбу. А вы решили жить как можно дальше от нее. Вот это реально когда очень грустно. Когда тебе было 30, она пыталась заботиться о твоем ребенке. А ты попросил меня вмешаться в вашу семейную жизнь. В твой срок на приглашение вас на ужин у вас никогда не хватает времени. Придет день, и ее не станет. И бессмысленно будет ее запоздавшее раскаяние. Никогда не сердись на нее. Не произноси слов, которые могут ранить ее любящее сердце. У тебя только одна. Ребят, это видео было про маму, и она очень грустная. Мне даже нечем это описать. Видео очень-очень грустное. Ребят, давайте беречь наших родителей. Мы порой не замечаем, как их расстраиваем. Давайте их беречь. Пожалуйста, цените их. Если ты любишь свою маму, то цени ее и береги. Я не знаю, проиграла я или выиграла, заплакала я или нет. Но мне кажется, это не важно. Все эти ролики были реально очень грустные и трогательные. Но главное, что все эти ролики учат нас добру. Не обижать младших. И не обижать тех, кто нуждается в помощи. А им помогать. И ценить наших родителей. И уважать друг друга. Всех люблю. Пока.